Малышева Татьяна Анатольевна. Я живу в деревне Гуляевка. Занимаюсь, ну, таким древним достаточно ремеслом, достаточно, по мне так оно даже сказочное ремесло, называется ткачество, ручное ткачество на станках. А занимаюсь я этим ремеслом уже 9 лет. Так случилось, что родилась я в глухой деревне, и с детства помню у бабушки половички, вот типа таких, знаете, замечательные вот эти домотканные половички, и еще у нее были клубочки с нарезанными тряпочками для половичков. Так у меня это до сих пор стоит в глазах, вот эта картина. Бабушка ткала. А ткать, и это ремесло мне как бы, ну, интересно было всегда. Но потом мы, достаточно долго я жила в городе, и, будучи студенткой, у нас такая, я снова захотела этим заняться. У нас была замечательная творческая компания, архитектурно-художественная, но при этом мы не пренебрегали, скажем так, прикладными искусствами. И вот мы с подружками решили однажды собрать даже ткацкий станок. Мы устроили экспедицию в мою деревню, где я жила, в деревню, где жили родственники моей подруги. Мы поехали, собрали почти все запчасти для станка, но, естественно, немного не хватило, и тогда нам так и не получилось, в общем, до конца это дело завершить. Весь этот ткацкий станок мы так и не собрали. Было мне тогда 20 лет. И вот спустя еще 20 лет, уже находясь здесь, в этой деревне, мне удалось прикоснуться к этому ремеслу. У нас организовалась мастерская, привезли станки из Германии, и из Эстонии приехала женщина, которая владела мастерством ткачества. Зовут ее Эстер, и, собственно говоря, у нее я начала обучаться этому мастерству. Наверное, за год я основы, скажем так, взяла этого дела, потом еще год я поработала, через год она переехала жить в другую деревню, и мне, в общем, пришлось, ну и так с радостью, конечно, возглавить мастерскую в Гуляевке. Сейчас, в данное время, у нас в мастерской стоит 4 станка больших, напольных, многопедальных. И есть еще вот такие детские станочки, вот такие у нас, парочку детских станков, и есть рамки для этого дела. В данное время женщины занимаются, несколько женщин, две хотят обучаться, обучаю я их этому делу. Ну, то есть там основание основы, расчет основы, заправка станка. То есть что самое сложное, но и самое интересное, по-моему. А ткут уже много женщин. Ткут несколько человек по очереди. Каждый делает свое изделие в своей цветовой гамме. Вот, например, вот этот вот коврик сделала одна замечательная женщина. По-моему, это Оля Чернецкая делала вот в такой вот серо-голубой гамме. Коврик на пол. Еще наши девочки делают вот такие, это, видите, заготовки еще для рюкзачка или торбы. То есть здесь вставляется такая веревочка, которая будет затягиваться, и вот такая сумочка в этническом, скажем, стиле. Но есть еще много изделий, вы увидите на фотографиях это все. Но самое-то главное, что кроме взрослых женщин, которые хотят заниматься этим мастерством, мне удается заниматься еще с детьми. У нас, значит, с детьми дошкольниками они приходят в мастерскую, но они вот на таком станке, допустим, сложновато ткать, у нас есть рамочки. Тоже увидите на фотографиях, где мы занимаемся с детьми ткачеством на рамках. Вот. И на одном напольном станке, он двухпедальный, те дети, которые постарше, ну так скажем, старше 7 лет, они уже могут ткать на станке тоже какие-то коврики, чехлы для подушек, для сумочек, заготовки. Вот такого рода у нас, в общем, идет деятельность. Я очень люблю работу тонкую. Это работа, это там, где ткань. Либо это лен с орнаментом, либо это шерсть. Там у меня будет образец этой ткани. Вы увидите, такая полосатая ткань. Она, кроме того, что там идет из набор разных цветов идет, то есть от темно-коричневого, серого до бежевого, там еще практически каждая вот эта полоска, она сделана достаточно тонким орнаментом. Вот это вообще моя любовь, наверное. С детства я всегда любила мелкие работы. Вот такого рода мне нравится. Ну и плюс вот такие, например, как вот эти работы, они достаточно грубоватые, но имеются грубоватые, брутальные, что ли, в исполнении, но они имеют такой насыщенный народный колорит, я бы сказала. Вот. И достаточно яркие тона. Ну, конечно, тут как это... Я очень люблю подбирать, конечно, цвет. То есть цвет это тоже это мое, одно из моих любимых таких занятий, когда в изделии очень интересно бывает подобраны нюансы, подобраны какие-то детали, сочетания цветов. То есть мне это очень нравится, вот такого рода работа. Но больше всего, наверное, действительно люблю ткать лен. Потому что изо льна мы даже нашим мужчинам соткали
вернее, ну, и сотканного льна уже сшитые есть рубахи, и есть штаны такие. Да. Танечка, мы тебя очень благодарим за твое творчество, которым ты удивляешь всю деревню, и надеемся, что твой творческий поток никогда не иссякнет. Мы тебе очень благодарны за все твои вещи. Это дело, да? Спасибо тебе большое.